Всем приветик. Давно я ничего не снимала. Длинных роликов давно не выкладывала. Хочу показать свои цветочки в спальне, как они себя чувствуют. У нас аномальная жара. Жарища стоит такая несусветная, что ни цветы, ни люди не живут, а просто выживают. Сейчас вечер. Вечер около 7 часов вечера. И у нас температура на балконе у меня на термометре 31 градус. Здесь у меня в спальне, сейчас покажу, на стеллаже стоит гигрометр. Вот такая жарища. 30 градусов, даже 33. Вы можете себе это представить? У меня такого в жизни не было. Никогда, впервые. Первое лето такое. Такая жара у нас была только в 2010 году. И 65% влажности. Вы представляете, как у меня цветы прут? Они у меня все до потолка уже. До такой степени выросли. С такой влажностью. И с такой жарой. Что я уже не знаю, куда я их скоро буду ставить. Все уже почти до потолка. Я уже смотрю, темно стало. Лампы какие-то темные стали, потому что растения у меня уже выросли все почти до потолка. И становится темно, потому что они густые и длинные стали. Растения вытянулись. Что на стеллаже, что на окне. Везде такая же картина. Все везде разрослось, повырастало, повытягивалось. Вот эти вот малыши недавно совсем приехали, хойки. И то растут уже все. Дали росты, приросты. Я их получала где-то месяц назад. Каждая хойка дала прирост. И не маленькие, скажу такой. Длинные, большие. Смотрите, какие усищи. Вот это мередить, вообще балдею от нее. Такие бархатные листья. Видео, конечно, не передает. Какой он классный лист. Вот Томсони тоже пришла мне всего лишь в 2 листа черенок. Вон сколько листьев нарастила уже. Даже зацвел мой фикус триангулярис. Смотрите, какой малыш. 4 листочка и все туда же. И все туда же, я вообще в шоке, он у меня не рос целый год. А тут вон дал ягодку, да еще и листочек растет. Я вообще думала, он у меня окочурится. Вот хойка похиклада варигатная тоже. Правда, с трудом, но дала ростик. Даже монстера карстенианум, который раз в полгода выдает по одному листу, и то выпустила листик новый. Хои Лизы тоже новые. Тоже приросты дала. В общем-то, они растут. И даже не знаю, радует ли. Потому что я уже не знаю, где мне им в скором времени искать место. Места у меня больше нету. Стеллажей нету. Окна все забиты. Вот так вот все полное. Все высокое. Буду заносить скоро с балкона, но не скоро, конечно, через 3 месяца. Я не знаю, куда я буду все это ставить. Там тоже все разрослось. Ну, в общем-то, давайте посмотрим подоконник в спальне. А еще хочу показать на балконе температуру сейчас. Вот, 31 градус, 44 влажность. Часы немножко отстают на полчаса. Кстати, сегодня 25 июня. Здесь тоже на балконе все цветет, все зацветает. Но балкон покажу в следующий раз. Сейчас пойдем в спальню. Сегодня у нас 34 градуса было. Ой, невозможно. Вентилятор не помогает. Прохладный душ по несколько раз в день тоже не помогает. Я не знаю,
Что делать? Говорят, продлится до следующей недели такая жара, но мне кажется, все лето будет подобное. Ладно, я все никак не начну. Давайте посмотрим цветочки. Здесь у меня в основном фикусы стоят, хойки сверху висят, и есть еще один полисаас. Фикус Твилайт. Фикус де Гантель. Я его пересадила где-то месяц назад. Сейчас пересадками вообще не занимаюсь практически в такую жару. Очень редко, если только нужно прям срочно пересадить, и то я потом сразу в тепличку ставлю под лампу. А так стараюсь такую жару не пересаживать. Растениям и так-то очень тяжело. А пересадки вообще тяжело переносят такую жарищу. Немножко не передается оттенок, потому что уже темновато на улице. Я тут немножко еще приболела. Может, по голосу чувствуется. Продула, наверное, вентилятором. Да и холодно сейчас все, иди мороженое, квас. Я все с этого угла никак не уйду. Так, вот фикус Ригидан. Такой красавчик. Его тоже пересадила, обстригла. Вот такой красотун. На солнышке снимаешь днем, тоже ничего не видать, отсвечивает. Вечером снимаешь, тоже как-то темновато. Хоя кэри, варигатная, растет потихоньку. Вот такой уст длинный выдала, наращивает листочки. Вон там спрятался фикус Реджинальд, растит крупные листья, кисалатовые, светлые, с темной серединкой, зеленый. Фикус Али Амстел Голд. Красавец. Яркий такой, салатовый. Классный фикус. Нарядный, красивый. Видать от жары, вот какой лист, смотрите, крученый идет. Новый листочек. Я его, конечно, пересаживала. Может быть, и пересадку так перенес. Где-то месяц назад, может, недели три даже. Но остальные листочки хорошие. Скорее всего, даже жара, наверное, это влияет так. Полисаас Бальфура варигатный. За ним фикус Твилайт. Там еще один Твилайт. В другую сторону смотрит. Фикус Буклея. Фикус дельтовидный. Мой любимчик, красавчик. Все цветет, никак не успокоится. Все лето цветет.
фикус Даниэль. И хоя Локи разрослась, цветет. Вон, набрала бутончики, отвернулась. Скоро, вообще-то не совсем скоро распустит их, долго держит закрытыми. Возможно, сейчас тепло, жарко, быстрее, конечно, распустится. Если честно, мне сейчас, конечно, не совсем до цветов, потому что мы сейчас без конца на дачу ездим. В такую жару поливаем. Сорняки полем, удобряем, работаем там. И к растюшкам своим подхожу совсем редко. Потрогаю, пощупаю землю. Самое главное, не засохли. То начинает подсыхать, сразу поливаю. А так внимания сейчас им мало совсем уделяю. Вот зацветает хойка обскура. Первый раз в жизни у меня она живет только год. И выпустила мне цветонос. Не знаю, зацветет ли. Я ее не тревожу, не трогаю. Отсюда не убираю. Раньше постоянно, в неделю по два раза снимала отсюда, брала. Таскала в ванну, купала под душем. Удобряла. Они очень любят купаться, хойки. И вот она у меня... Решила отблагодарить так. Самая, мне кажется, беспроблемная хоя из моей коллекции. Листья растит. Вон, смотрите, сколько он. Даже в окно уже выглядывает ус. Очень много листьев. Такая густая. Тоже хойка. Ведь крутится название-то в голове, я же знаю. Опять куда-то улетела. Что за ерунда творится? Забываем название. Это паразитика Лау. Они все туда смотрят, в окно. Поэтому... Только вот так вот видно, тревожить не хочу. Очень реагируют так они, когда их трогаешь, щупаешь, они листочки сбрасывают, ростики свои. Вон там ростик пошел, листочек. Вот так видно немножко. Сплэшные листья у нее. И обскуру там тоже видно. Это Кэрри альбом Маргината. Тоже растит вон новый листочек. Там Тсанги сорт. Малявка у меня совсем еще. На подоконнике вроде все показала. Буду на этом заканчивать видео. Желаю всем всего самого хорошего. И до свидания, до следующих встреч.